добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Актер дубляжа Андрей Викторович Ярославцев скончался на 65-м году жизни. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Об этом сообщил его коллега Дмитрий Череватенко на странице ВКонтакте. Друзья, 2021 год несет не только радости, но и горечи. Сегодня, 26 декабря, на 65-м году жизни от ковида скончался Андрей Викторович Ярославцев. Андрей Викторович был легендарным актером театра и кино, мастером дубляжа, говорится в сообщении. Ярославцев родился в Москве 6 августа 1957 года. После школы поступил в театральное училище имени Щукина. За карьеру актера дубляжа озвучил около 240 фильмов. Его голосом говорит Альбус Дамблдор из «Гарри Поттера», Гимли из «Властелина колец» и Оптимус Прайм из «Трансформеров». Также он озвучивал персонажей популярных компьютерных игр «Ведьмак», «Диабло» и другие. И героев мультфильмов «Анастасия», «Черный плащ», «Волшебное королевство Щелкунчика» и другие. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.